Международный турнир по ММА «Золото скифов» проходит в Оренбурге с 2013 года. По традиции, сами поединки предвещала пресс-конференция, на которой организаторы и ведущие звезды арены ММА и бокса Сергей Бадюк, Евгений Макаренко, Александр Шлеменко ответили на вопросы журналистов. Хочу сказать, что получается очень интересный конкурентный турнир. И удачи вам, процветания. За годы турнира мы начинаем разговаривать с представителями спортсменов, начинаем вести переговоры, начинаем готовиться к этому, и спортсмены также готовятся заранее. Также за день до турнира прошло взвешивание бойцов, один из важных этапов перед поединками. Впервые в этом году в турнире участвовала женская пара бойцов. От России Ксения Лачкова, Карли Бенитес из Венесуэлы. Вес спортсменки 54 килограмма 400 граммов ровно. Спасибо. Турнир по ММА открыли 6 поединков, в 5 из которых победили российские бойцы. Единственное поражение потерпели россияне в женской схватке. В основных боях участвовали 3 оренбуржца. Дамир Исмагулов техническим нокаутом одолел своего противника, испанца Хавьера Фуэнтеса. Эту победу я посвящаю тренеру Фунтикову Игорю. У него родился сын, его супругу, и его я поздравляю с этим прекрасным и очень важным в жизни днем. Честно, я настраивался на все 3 раунда. Единственное, у меня небольшая проблема, я завожусь и не вижу все, что происходит. И спасибо тренерам, углу сегодня грамотно все подсказали, и я отработал, можно сказать, хорошо. Эта победа была очень нужна ему в психологическом плане. Последний бой он проиграл решением судей. Этой победой он доказал то, что он сильный. Сейчас немножко период еще далекой. Ну, не знаю, может, черная полоса. А как говорят, после черной полосы она всегда взлетная. Но главным событием вечера стала схватка Алексея Кунченко с бразильцем Карлосом Перейро. Синему углу Карлос Алехандро Перейро, Бразилия. 33 победы, 10 поражений, 1 ничья. Чемпион организации Шунто, Бразилия и бразильон кикфайтер. Его соперник в красном углу Алексей Кунченко, Россия, Оренбург. Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою. Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству. Моя задача была избегать борьбы, потому что мастер своего дела, это именно в партере он работает хорошо. Есть еще ударная техника, но я думал, что я его постараюсь перебить и избегать борьбу. Но получилось, что подхватил ногу и дал возможность добить его в партере, что у нас и хорошо и получается. Вот и исход боя, он непредсказуем. На счету Алексея Кунченко это 12-я победа. Отметим, что за всю карьеру в ММА у него нет ни одного поражения. Гульнара Давлетолинова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.